Пойдем давайте тогда к центру, не будем останавливаться. Либо пойдем... Стоп, а не ресилище, это же не магазин? Нет, это более опасная зона. Тогда давайте на Аргаднел, а потом от него на Пелагон. Потом на Рлех. Окей. Я тут подумал, финалы этой истории так, в принципе, еще не существует. Разработчики еще не справились. Так я получается, сделал. Наше прохождение окончится тем, что мы подберемся как можно ближе? Да. Либо будем потом плавать под ересилищем защищать до тех пор, пока не сдохнем, либо дождемся, когда ведут 0-1-0. А я не создался, походу. Просто долго заполняется. Мы можем продолжить, а можем попробовать новую лодку Виктора, которую он постоянно обновляет. Но я бы, конечно, хотел каких-то более существенных изменений, чем рельсотрон. Вернее, там магнитная пушка, там заряды его. Поэтому это не горит. Добавилось. Я, кстати, теперь этот офицер службы безопасности. А, зачем? Передумал? Не знаю, я не ставил его. Сам создался такой. Странно. Приоритет был какой? Он только один у меня был. Кстати, у меня кстати, как ни парадоксально, но у меня навыки улучшились. Ну, на самом деле, мне вообще все. Это даже лучше. Капитан Пейн снова капитан. Единственный и неповторимый. Так. Приятно, что запомнили. Так, видимо, сервак огнул. Так, инопланетный энергоблок. Я положу, пожалуй, в шкафчик ближайший. Пистолет бы где-нибудь найти к нему. Вот, кстати, пистолет, по-моему, очень хорошо ломает эти руины. Да, пистолет наносит, по-моему, урон спокойно обшивке. Может. Кстати, если вы сейчас посмотрите на воду, то она стала какой-то... страшный. Зеленый. Мы сидим. Да. Как будто по Москве и Киеве опять плывем. Мы же сейчас, я так понимаю, не во льдах, а там уже на дне где-то. Ну, как-то в скалах вроде как. Молоко ядра получается. Мы в центр выплыли. Опа, подлодка затонувшая. Берем. На этот раз постараюсь быть как-то поосторожнее. Хотя то были руины. Кто знает, Кайланф, он так и остался. Давай в Легасе. Посмотрим, что там. Кайман? Кайланф, или как-то так называется, глубинная рыба так. А, черт его знает. Я... обратно отходи, Таламус. Отхожу на полный ног назад. У него работают пушки, там эти клетки плавают. А я постараюсь в двигатель ему вшататься. Он тогда не должен нас схватить. Хотя мы можем, в принципе, оставить лодку здесь. Я считаю, что вот к Таламусу надо брать, наверное, снизу, подходить к нему. Скорее всего. Нет, у него может быть внизу еще пушки. Так, кто стреляет? Это я стреляю. По клеткам? Хорошо. Дэн, отойди, пожалуйста. Дэн, кстати, идем, я тебе покажу. Вот здесь есть этот перископ. Пожалуйста, смотри в него тогда там, когда тебе интересно. Так. Конечно, много прошу, а где мой дробовик? Хотя, в принципе, у лодки арсенал есть. Так что... Так, кто хочет выйти туда? Ну, я. Если больше желающих нет, тогда я тоже пойду. Так, вот мое подводное ружье. Остался только скутер. Виктор, большая просьба. Поглядывай в пушки иногда. Ладно? Может быть, ты там нам чем-то сможешь помочь. Не знаю. Только осторожней, уже... чтобы нас не пришибить. Но возможно, на нас могут напасть красные клетки, если мы будем просто долго стоять близко, так что медлить не стоит. Ладно, тогда. Я готов. А что побудет ПП, тогда же эффективнее.
Так, только возьму эти файеры. Где вот они там у нас? Это бы стоило довольно-таки дорого все это снаряжение, если бы решили оставить. А это, ну, сталь, железо. Кислородита у нас теперь зато дофига. Ну ладно, там, по крайней мере, нет хасков, а это уже радует. Видите, дикий. Они могут там быть даже, если там таламус. Серьезно? Ну, я встречал, по-моему, одного хаска на таламусе. То ли в серии, то ли не в серии. Плохо. Ладно. Но только одного, это самое хорошо. Хорошо. Ладно, я готов выходить, ты готов? Да, я готов сейчас только кино. Кто там что говорил про кислородит? Так, отлично. Я на выходе. А, черт, мы же выходим через низ. Да, выходим через низ. На месте. Погнали. Наденься, во. Нормально и не надо. Хорошо, поехали. Ну и ладно, если есть, то я найду. Аккуратно, ладно? Аккуратно работаем, грамотно. Не отходи вниз, не отходи вниз. Держимся строго у двигателя. Если у него есть пушки внизу, они сразу начнут стрелять. Они хорошо, хорошо. Так, мне буквально 5. Я слышу клетки. А, вот так сделай, пожалуй, все. Я готов отстреливаться, если что. Блин, так прекрасно это все пилится. Даже не верится, что есть стены, которые надо пилить по 5 часов. А кому-то из вас желательно смотреть сверху, что происходит, если там клетки какие-нибудь поплывут или еще что-то. Прямая так, отходи. Я к этому готов. Так, просьба. Запасной. У нас же много там этого параллакса или мало? Не помните? Параликса. Ну, вообще должно быть много. Раз что тогда я его брать не буду. Парализаторы? Угу. Больше клеток не вижу. А вниз. Я вообще не вижу на самом деле. Где-то внизу вроде был парад. А тут в шкафу есть удостоверение личности. Возьми, потом арсенал откроешь. А вопрос такой, а удостоверение достаточно просто держать где-нибудь в ящике там или что? А, возможно, возможно. Скорее всего, да. Это ж, по сути, тогда будет действовать как магнитная карта. Потому что я именно так потерял свое предыдущее удостоверение. Оставил в ящике какое-то? Заменил? Нет, я заменил. А, так, оружейное, и она пустая. По крайней мере, никого тут не вижу. Ага. Я доскрываюсь до... хранилище. Тут есть физикоревые снаряды для рельсотрона. У меня тоже есть физикоревые снаряды. Возьмем их. Также тут есть... Кстати. В подводном ружье есть... заряд один взрывной. А вот сейф. Оставлю его, пожалуй, на тебя. А сам полезу наверх. На секунду. А наверху воды, кстати, нету, поэтому там можем ходить спокойно, по-моему. Я не могу, к сожалению, пока открыть этот сейф, потому что он. А попробуй тогда надеть вместо своего, ну поменять местами. Нет. Секунду. Да, получилось. Значит, недостаточно держать его просто... Так, здесь, короче, два дробовика. Возьми один дробовик, у меня места не хватает. Угу. Один ПП есть? Обойма для ПП. Так. А ты можешь два дробовика взять? Могу. Гранатомет надо, нам нет. А гранатомет очень дорогой, он 1000 стоит. А уж заряды к нему какие дорогие. Угу. Заряды можно и самим сделать. Блин, чё ж... А, ну я тогда так сделаю. Я дубинку положу в одно место и возьму гранатомет. Все, окей. Буду косплеить Рэмбо. Да, или...
Думгая. А у разве Думгая были два дробовика? Ну тогда там... из Blood этот был, помнишь? М? Там. Ну тогда этого персонажа Blood. Он когда какой-то... Ага, я отсюда, но не этажом выше. Пока что можем ходить спокойно. Когда кровью он выпивал, он начинал... А, да, точно, он становился бешеным. Угу. Так, каюты пустые. Чё тут у нас? А, вот, кстати, куча медицины лежит. Пожалуй, вот заберу ее. А там нету нифига. Наверх пока не плывем, давай. Я так подумаю, эта лодка очень похожа на ту, которую мы уже разбирали. Mm-hmm. И в ней в прошлый раз в реакторном отсеке было. Мозг? Возможно, он там и лежит до сих пор. Так, отсек-то не здесь. А, да, это та же самая лодка. Вот тут три насоса, только трупа не было. И там, по идее, еще где-то остался неразлутанный медицинский отсек. Где-то возле этих самых насосов. Так. Тогда вместо тебя. В реакторе пусто. И топливные стержни. Полезно. Я нашел ящик, там всякая мелочь, я не буду брать. Говорю же, отработаю. Вот, я стержни все притащу обратно. Сколько мы там потратили? Где-то три. Ну вот, как раз три нашел. Ага, и походу я все-таки нашел мозг. Я слышал какой-то писк тут по ту сторону стены. Да, я нашел мозг. Супер. Я его, кажется, замокрал. Таламус мертв? Да, мертв. Все, таламус кончился. Блин, оказывается, лодки одни и те же бывают. Ну да, конечно. Одним и тем же расположением мозга. О, Тори. А, нет. Все, можем клеток не бояться, красных не появилось. Угу. Судовой журнал. Еда заканчивается. Экспедиция по Мелтуотер. Это та же часом история? Да. А кто выстрелил? Нечаянно. Так, Глен, у тебя топливный стержень есть еще один у Глена в ящике с инструментами. А почему ты подсвечиваешься знаком вопроса? У тебя нет обознавательного билета? Угу. Я нашел медицинский отсек. Нет, потому что я просто одел удостоверение этих ребят, чтобы двери открывать. А еще место есть в рюкзаке? Да, есть, а что? Тут есть неразлутанные. А, не, лучше возвращаться, скинуть все, а потом отдельной ходкой еще придется лутать тогда эту фигню в медицинском отсеке. Там очень много хорошей медицины. У меня есть вещи, скажи, куда идти. А это правее насосов. Справа от насосов. Ага. Там есть, после правого насоса есть проход вниз. И задних, него... да? Ну, нет, слева как раз таки. Ну, балластный. Ну, а там, где слева, это задние же? Ну да. Mm-hmm. Ну да, лодки это зад вообще. Mm-hmm. Я сейчас просто тебе покажу это где. И очень много грузи, три стержня. Это хорошо. Я возле двигателя, куда мне направиться? А, сейчас приплыву, направо. Возле генератора, вернее. А, генератор, так. Вот, я за мной. Поплыли. Но тут понадобится очень много места, придется делать вторую ходку. Но не обязательно, просто возьмем самое ценное и все. А, тут было почему-то ПП. И бинты трогать не надо, вот самое основное, вот вас в этот ящик и рядом с ним хозяйственный ящик. Ой, шкафу для хранения токсинов. А, баллон сплава. Может, я сплаваю, заберу, ничего там еще, может, пометку. Да, а, да. Да, подваливай, не хочу делать вторую ходку. Ну, я тогда вернусь, выкину вещи и вернусь обратно. Угу. Тогда я возьму пустой чемодан. Угу. О, капитан. А, не, я поступлю по-другому.
у капитана Чо у нас анаболические стероиды. Сейчас я вскрою последнюю дверь и тогда буду забирать оставшиеся. Я нашел ящик с инструментами пустой. Я там оставлю два пустых баллона в этой комнате. Если будете каким-то образом возвращаться, там проходить, капитан П. Я так. Не заберу. То заберите, ага. Если останется место после всего этого добра. Да, как раз под них. А ты физикуревые снаряды забрал уже с собой? Нет, забыл. Ладно, они у нас где, в арсенале, да, были? Ну, в арсенале я нашел один. Возможно, мы нашли один и тот же. О, кстати, тут два физикориевых снаряда для рельсотрона. Да, да. А кто еще идет сюда? Плыву. Короче, тут где-то на средней линии остались грозиевые сержи. Я точно не помню где. Три грозиевых стержня, очень хорошая вещь. Кстати, хорошо, что мы через них не пошли. Там действительно была пушка. Mm-hmm. А то было бы обидно полдня собираться, чтобы потом сдохнуть от одной очереди. Потому что пушки бьют довольно-таки больно. Я пока перезаряжу турельки. А вы уже на подлодке, что ли? Да, я вернулся. А второй? Виктор со мной. Виктор, я тебе капитана принес на блюдечке. Я пока что... Так, а вы же не долутали медицинский отсек? Вот то, куда ты меня отвел, я все сам оттуда забрал, но оставил там два пустых кислородных баллона. Я если забрал. Есть место, то... Ага. Я уже их отнес даже на корабль, они там в ящике валяются недалеко от этих зарядников. А, кстати, Виктор, спустишься еще раз в арсенал? Зачем? Тут есть хорошие боеприпасы, которые желательно забрать. Так, видимо, мы действительно нашли один и тот же ящик. В арсенале валяется слева зарядник для рельсотрона. В нем и остался один желтый снаряд. Это физикориевый. Его нужно забрать. Он очень мощный. Хорошо. Я один уже тащу и возвращаюсь на базу, если вы все забрали. Плюс тащу еще ящики с инструментами. Вот мне, кстати говоря, нравится как раз такой этап игры, когда ты начинаешь стараться уже на самообеспечение выживать, искать там что-то, копать. Вот это вот самое клевое, мне кажется. Это очень довольно сейчас... хорошая вещь. Там... Я физикориевый снаряд забрал. Ребят, у нас что-то под лодкой, возможно, какой-то артефакт, или мне кажется, но там что-то как будто мелькает. Стоит посмотреть, когда будем отплывать. Хорошо. Я как раз уже возвращаюсь. Я имею в виду, мы откусимся на лодке немножко пониже. Вы скажите, когда будете. То есть вам не надо рисковать. Да, рисковался я уже сегодня. Так, получается, в лодке уже все ценное вынесли, так? В принципе, да. Нет. Я залутал остаток... еще на второй ходке я залутал остаток медицинского отсека и забрал физикориевый снаряд. Грузии тоже забрал. Так что больше там ничего такого, что должно привлекать внимание. Ладно, нет. Тогда я возвращаюсь. А, там еще третий был, оказывается. Я тут только Виктора нашел. Впервые я пробовал достаточно тут долго, чтобы разрядить свой фонарь. Ну вот, как раз под рельсотрон освободилось.
Дэн, тебе нравится, да, по подлодкам плавать? По заброшенным очень. Конечно, без риска заразиться каликсом. Там больше физикоревых снарядов не видел? Нет, там только два было. И мы их всех забрали. Не забывайте менять себе эти наушники, ну, батарейку. Если честно, ты там я чё, не лодку вижу, чинишь, что там был артефакт. Не, ну, не вижу, возможно, там просто. Так, я как раз с фабрикатором ничего начну нет. Физикуриевую фигню. Ты разгружаешься, да, Виктор? Я уже... Мы разгружаемся. Я так. Можно потихоньку отплывать, я думаю. Все на месте. Нет, да? У нас Дэн еще, по-моему, не вернулся. Дэн, ты где? Я только что зашел. А, ну хорошо. Тогда можем отплывать. А что у нас тут дымится? Сейчас починю. Да я как бы мог и сам. У нас еще бот есть. Вот же бот не дает никак опыт получить за починку. Все время врывает прям... Нечего ему, него, ему платят за это. За то, чтобы он у меня отбирал работу? Нет, за то, что он ремонтирует. Ну так я уже ремонтирую, на кой фиг? Еще раз. А, так, это еще что такое? Как различать эти пропуски на место кораблекрушения по важности? Они все одинаковые. Смотри, наводишь на него и смотришь. Если написано «позволяет получить доступ к большей части», значит это хороший пропуск. Если написано «к ограниченной части судна», это значит обычный пропуск. Кстати, да. Не знаю, у меня на обоих написано «к большей части», но все равно значит, я не смогу... у тебя оба хорошие. А где у нас еще эти кислородитовые баллоны? Либо у тебя кат какого-то другой лодки вообще. В снифе капитана в верхнем там кислородитовые баллоны. Ага. Благодарю. Отправляемся, ребят. Мы готовы. Что-то реактор барахлит. Походу стержень заканчивается. Не-не-не, стержень там полный. А, стоп, просто наш, резко, кто резко говорил, что артефакт под низом остался? Мы вниз спускаемся или нет? Нет, скорее всего, мне показалось, просто идем дальше. Но я просто вообще ничего не вижу. Ладно, черт с ним, идем дальше. Да. Для чего нужен адреналин? Здесь. Бустер. Плюс, по-моему, им возможно поднять очень быстро, если там без сознания. Ну, это было логично. У меня тут адреналиновые железы. А, по-моему, их разбирать на медицинском фабрикаторе можно. Из этих желез очень много адреналина выпадает, поэтому оставь их как есть. 10 штук. Вижу. Акулий тигр большой, возможно, со стайкой. То есть это хорошая вещь, но ее пока не надо разбирать. Из нее очень много адреналина вылезает. Понял. Пока бы на винты завести. Я на задней верхней пушке стою. Хорошо, попробую его об винты убить. По-моему, он достаточно тупой для этого. Да, вот он. Прям в двигатель практически. Да, да, сейчас он сам отъедет тогда. Не будем тратить на него пули. Ну, либо он поймет свою немощность и... Чуть ниже. Уйдет. Вот, все, ништяк. Сейчас откинется. Все, откинулся. Чините, чините, он пробил мотор на тек. О, черт, мы падаем. Мы падаем. Я тяну подлодку вверх. Мы пока держимся, но сейчас сядем. Очень быстро садимся. Чиню. Я пошел дно пытаться заваривать. Так, где там пробоина? Вот пробоина. Готово. Это еще что такое? Насосы ушатались. Все, нормально. Ой, электроника сломалась.
И она сломала меня. Что-то мне явно сегодня не прет. Давай я попробую. Хотя сначала перло. Ну, сначала я починил все резервные батареи без единого промаха. Угу. Ага, и у нас походу... Да, к нам льдина прилипла, походу. Нет. Либо все, не... все нормально, все нормально. Ловим да, дальше. Она не двигается. Еще немного повысим скорость, починив двигатель. Хорошо, на полную едем. Чуть-чуть я торможу. В этой лодке лучше на максимальную скорость, ну, только в экстренных случаях. Не, ну если ты уверен, то... Ну, я был уверен. Мы не столкнулись, когда... Ну, сейчас все хорошо, да. Так, на всякий случай, я просто сам, когда на максимальную скорость ставлю, я иногда печатываюсь потом. Я же понимаю, что с тифоном и оркой. Тифон сам по себе плохо управляется. Это горбун. Не, я понимаю, что это горбун. Опа! У нас контакт, снизу что-то крупное. Скорее всего, тигры. А, нет, нет, это не тигры. Это что-то побольше тигров, возможно, стайка. Капитан, не отвлекайся, ладно? Будешь управлять именно, хорошо? Вот, судном. Он сзади. А, да, это два тигра. Ну, и стая тигров, пожалуйста. Да. Сзади нижний балласт. У нас там пробоина в нижнем балласте. Нижний балласт задний. Кто-нибудь. Я пока что стараюсь держать корабль на плаву. Да, полный вверх дай. Тут вообще толпа полнейшая. Вот черт, вулкан. Все, оставайся на месте. Не-не-не, там вулкан, там вулкан на радаре. Там вулкан. Все, готов этот маткой самка. Тигровая, да, такой ли тигр, блин, или как он, тигровый. Мы в 200 метрах, а на нас идет еще этот... Где? Походу молотоглав, там же, за ними. Снизу, да? Пипец. А, постарайся зайти ему каким-то образом снизу. То есть он... Нет, да, это молотоглав точно. А, тогда я перепутал с молохом, все нормально. Сейчас разберемся. Тут, ну, здесь, да? Не, молох там в разы жирнее. Угу. Так, вроде большую протечку он нам не поставил. Я починил, что там было сломано. Да, так подсломался. Я тестил, лодка, так, еще двое сзади. Молотоглав уехал, и на нас идет, походу, либо краулеры, либо... Два краулера сзади, снизу. Вставай. Четыре краулера приближаются еще. Это... Еще два. Нет, это акулий тигр, маленькие. Так, я держу лодку на плаву. Так, ладно. Чтобы не рисковать, я посажу ее на риф аккуратненько. И пойду заваривать тогда. Все-таки я считаю, что самое правильное — это именно физикоревые боеприпасы для магнитки. Ну, то да, есть тратить физикори именно на боеприпасы, а не на какие-нибудь там гарпуны дурацкие. А ну, физикори, да. Гарпуны — это фигня. И можешь нормальные гарпуны в городах купить, они взрывные. Они спокойно могут ушатать какого-нибудь молотоглава за 5 секунд. Еще. Правда, и подлодку могут ушатать, но это не суть, так важно. Так, мы вниз не пойдем, мы сидим на рифе. Я пошел заваривать. Ого, неплохо подпали. Все, трупы. А, кстати, у нас тут слева по курсу руины. Я сейчас не шучу, они там реально есть. Что-то не хочется. Я пока поставлю, пусть автопилот попытается состыковаться. А автопилот, по-моему, не может состыковаться, он может только дойти до цели, а состыковаться придется вручную. Ну, в принципе, стыкуйся, выплывем. Чё там? Но я закончу притачками, в принципе. На. Сейчас поеду стыковаться.
черт с ними, с этими руинами. О, дальше больше, сейчас мы уже почти в центре. Сейчас предпоследний круг. Нам, в общем-то, в руинах, к сожалению, ничего и не надо. Жар снизу, смотри, да, смотри, да, как да, жар. Да. А не, было ведь походу сначала. Извергается. Очень вовремя мы оттуда сдриснули. Да, о, ну что, мне кажется. А вулкан коцает всю лодку или как? А, должен все коцать. Ну это же вулкан. Логично, по-моему, что он должен быть опасным для всех. Угу. У нас куча всего поломанного. А что? А как все в одно время все сломалось? А, кстати, это батареи. Электричество. Если просто можно, то чиним пока что, пока есть возможность электронику. Пока нету напряжения. Все чините. А, не, напряжение появилось. Появляется, это автоматическая система. Заработал это. Давайте все заберем стальные ящики. Давайте, давайте заберем. Потому что 3 единицы стали сейчас. Угу. Тогда один к фабрикатору, один в отсек медицины. Не-не-не, их разобрать. А, разобрать на стали хочешь? Хорошо, да, да. Ну, хотя бы один у медицины отсасе, там вообще места не осталось. Ну, я его кину. Я все еще как-то хочу поудобнее расфасовать то, что я там добыл на лодке. Ну, у нас, кстати, еще есть это, вот такой. Потом будет время. Вещмешок с крестом, он тоже как на медицинский похож немножко. Да, кстати, да, может тебе там забрать. Боже мой, бронежилет, запутался. Вещмешок очень вместительный. Ну, понятное дело, он вмещает, в принципе, все, что мог вместить человек. Еще, по-моему, один ряд сверху. А вам не кажется, что вот этот вещмешок и его использование это как оскорбление памяти погибшего? Капитана? Ладно. А нам уже нужна сталь? Нам нужна, я думаю. Да, вроде достаточно, я там смотрел.